Ай-яй-яй. Угу. Срезал картошку. А что ты не срезал? Ой, да ничего, какая-то мелочь. Давай следующую. Риша? Хи-хи. Следующий год. Да тебе даже было жалко. Смотрим, как получилось. Что жалко? Да что такая земля будет за это, за теплицу. Забанил. Угу. Один. Два. Ну это маленький был кустик. Вот. Что еще? Конечно еще. А где ботва? Можно поди за стебель хватать? А? За, поди за стебель нужно хватать. Маленькая, видишь, она дохленькая. Была. Два. Одну посадили, две взяли. Ну, хорошо. Тоже неплохо. Вот нормальный куст. Надеемся, все надежды на него. Там штуки 4, точно 5. А соседи-то, интересно, выстрекали картошку или нет? Во, вот так вот за стебель держи, чтобы не потерять там ничего. Вон у тебя там картофель торчит. Просто золото выращиваем, видишь. Спроси маленький, красивый. Вов. Маленький. Можно его будет складывать? Дальше, может, они на будущий год прорастут в лоб. Вот этот выкопай еще вот эти. Да, да, а то они что-то подгнили уже. Ну, не подгнили, а подзавяли. Слышишь, пап, нужно завявшие кустики-то, наверное, раскопать уже. Вот не было дождя, можно было бы сидеть картошку выкопать. Давай вот это. Привет. Угу. Привет. Хватит.